Так, всем добрый день. Сегодня у нас на распаковке зарядное устройство, он же Powerbank фирмы Litacala. То есть поставляется вот такой упаковки Litacala LEE 500. Вот такая вот упаковочка. Серенькая. Внутри этой упаковки есть мануальчик на английском. Языке, то есть по основному функционалу, ну и что ожидалось, то же самое на китайском языке. То есть здесь он осуществляет функции зарядки, теста, ну и уже без теста. Так, в комплекте поставки, то есть здесь полная, есть подключение непосредственно к прикуривателю автомобиля. Дальше есть сетевой адаптер. Ну, длина приблизительно метр, может, сантиметров 80. То есть стандартный на 12 вольт 2 ампера, 100 240 вольт 50-60 герц. То есть европейская вилка. Есть еще вариант с китайской, ну или американской вилкой. Так, ну и внутри непосредственно находится само зарядное устройство. То есть стяжные пружины, минус здесь, плюс здесь. Дальше здесь 4 одновременно можно заряжать аккумулятора. То есть ток, в зависимости от того, какой аккумулятор вы будете заряжать, от 300 до 1000 миллиампер. Да, то есть можно заряжать литиевые батареи или аккумуляторы. Так, ну и никелево-магниевые аккумуляторы. То есть градация 300, 500, 700 и 1000. Начинается с 3000. То есть аккумуляторы разного размера, как 800, 650, так и обычные аккумуляторы 3А, мизинчиковые батарейки, дальше 2А, обычные пальчиковые батарейки. Так, ну и вот у меня есть здесь несколько аккумуляторов, это вот пальчиковые, ну и 18 650. Так, ну и когда мы вставляем, то есть если в аккумуляторах есть заряд, то он сразу же переходит в режим Powerbank. Здесь вот мигает.
То есть, ну и заряжать можно как от одного, причем он находиться может на любом месте. Как в первой, как во второй, так и в четвертой. То есть без разницы. Так, ну и давайте проверим. То есть у меня смартфон. Так, и есть USB. То есть здесь с тыльной стороны есть USB. Втыкаем. Так, ну и вот он пошел выполнять зарядку. То есть смартфон заряжается. Так, ну давайте отключим. Так, ну и рассмотрим вариант как зарядного устройства. То есть для этого нам придется подключить. Так, вот мы подключили его. То есть, ну и сейчас в первом варианте говорит о том, что нету никаких подзарядок. Так, ну и когда мы установили, он сам автоматически определяет, что у вас за аккумулятор необходимо зарядить. Ну и соответственно он сразу же заряжается. То есть указывается заряд. Через некоторое время будет показываться, сколько он забрал в себя заряда. Ну и время прохождения. Так, ну и сопротивление показывает. Для того, чтобы определить качественный, некачественный. То есть можно сейчас вот переключать между тем, что заряжается. Так, ну и можно менять вот различные режимы, то есть зарядка, быстрый тест и зарядка без теста. То есть зарядка, понятно, что он заряжается, быстрый тест, он то есть заряжает, разряжает полностью его, снова заряжает, ну и нет теста, то есть он то же самое делает. Ну и можно задавать тот ток, которым вы хотите заряжать, от 300 до 1000. По умолчанию стоит 500. Так, ну и в чем заключается непосредственно зарядка? Это понятно, что он просто заряжает ваши аккумуляторы в течение определенного периода времени, в зависимости от емкости вашего аккумулятора.
Быстрый тест он разряжает током 250 мА, ну и в зависимости от выбранного тока заряжает его. Так, а просто тест, то есть в данном варианте, это он сначала разряжает, снова заряжает, ну и опять разряжает ваш аккумулятор. Так, вот что из себя представляет данный вариант зарядного устройства. То есть, ну и витакала достаточно хороший. То есть, с основными возможностями, которые вот показаны на обратной стороне крышки. То есть, с обоих сторон пластик, и с другой стороны, то есть, два выхода. Выход на зарядку, сетевой кабель, ну и выход на, как пауэрбанк, зарядку смартфона либо другого устройства, который требуется подзарядить. Так, ну и можно использовать следующие: никелевые, магниевые, кадмиевые, как говорил, 2А, 3А, просто размера. Так, ну и литий-ионные батареи 26650, 22650, 26500, 18650, 18490, 17670, 17500, 17355, 16340, 14500 и 10440. То есть вот это все можно осуществлять при помощи этого зарядного устройства. Ну, всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Всем удачных покупок, распаковок. До следующих встреч. Всем удачи и до свидания.